Яша Ихель Арабов родился в Ташкенте 6 апреля 1955 года. Он являлся старшим сыном Шмоля и Розы, а также старшим братом Алика и Светы. После окончания школы Яша поступил в строительное училище. Он учился в этом училище 2 года, но по обстоятельствам он не мог закончить, по той причине, что в 1972 году ему было 17 лет, и они переехали с родителями в Израиль и сделали алия. Ему очень было тяжело адаптироваться в Израиле, и по той причине, что он постоянно имел любопытство, он искал очень много приключений. Поэтому он оставляет Израиль и переезжает в Италию. Он помогал иммигрантам с России, которые переезжали в Италию. До сегодняшнего дня все те люди, которым он помогал, помнят его. После Италии он путешествовал по всей Европе, включая Францию, Германию, Испанию. Он выучил очень многие языки, он очень был интеллигентным молодым мужчиной. В 1987 году он приехал в Израиль навестить своих родителей, и там же он встретил свою будущую жену Рахель, дочь Шушаны и Йосефа Хаимова. Они поженились в том же году, и позже у них родились 2 детей. Яна, которая родилась в 1988 году, и Алекс родился в 1989. Любил быть хорошим мужем и хорошим отцом. И постоянно говорил, что жалеет, что он не мог осуществить эту мечту в молодые годы. Яша и его отец Шмуэль открыли Dental Office в городе Ор-Иуда. В феврале 1991 году молодая пара Яша и Рахель и их 2 детей решают переехать в Майами. Родители обоих, и Яша, и Рахель, помогли своим детям с их решением, но с разбитым сердцем. Они очень были привязаны к своим внукам, к Яне и к Алексу. Яша и Рахель с их детьми решительно переехали в Майами, так как Яшин младший брат Алик уже жил несколько лет в Майами. Они решили, что это будет тем местом, где они хотели бы вырасти своих детей и иметь там свою семью. Их дом постоянно был полон друзей и семьи со всех концов мира. Яша очень любил свою семью и своих друзей, и их было у него очень много. В скором времени Яшина сестра Света также переезжает в Майами. Их родители Шмоль и Роза очень часто навещали молодые семьи в Майами, и они очень были рады их продвижению в жизни. В этот период времени Яша был очень близок к своим родителям, как никогда раньше. Он очень был благодарен за все то, что родители для него сделали, и он старался как можно больше сделать также и для них. И эта прекрасная жизнь долго не продолжалась. И вот 22 января 1998 года сердце молодого Яши остановилось. Это было очень трагическое время для его жены, детей, родителей, родных и всей его семьи и друзей. Яне было 9 лет, а Алексу 8 лет, когда они потеряли своего отца. Family in Israel, my mother, my grandfather, all my uncles, Mordechai, Mari, Grisha, Davidka, Ryan, Mazalka, everybody, we so much, we so too much.
And he's so happy for Alex. You can see my face. I wish you were here with me, walking on the beach in Hawaii, playing on the golden sand, looking at the ocean. Now I understand.